Уютный дом. В эфире «Уютный дом» – программа о том, как сделать свой дом не только комфортным для проживания, но еще и красивым. И прогресс нам в помощь. Будем говорить про инновационные направления в строительстве. В нашей студии Вячеслав Царюк, руководитель отдела продаж компании «Стиплекс». Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим об утепленных фундаментах. Что это такое и почему все больше людей строят на так называемой утепленной шведской плите? Утепленная шведская плита, сокращенно УШП, представляет собой монолитный фундамент малого заглубления, утепленный пенополистиролом. Фактически, это тот же самый ленточный фундамент с ребрами жесткости до полуметра в высоту и плитой пола толщиной в 10 см, которые заливаются одновременно монолитом. И этот ленточный фундамент целиком находится в опалубке из пенопласта, которая формирует всю плиту. История появления технологий берет начало в Америке 30-х годов прошлого века. Скандинавские страны, Швеция и Финляндия, позаимствовали американскую технологию, а потом существенно ее улучшили и построили на ней сотни тысяч домов. В России утепленная шведская плита пришла не более 10 лет назад и сейчас активно используется в экономически развитых регионах. Тем не менее, в нашей Кировской области на УШП уже построены десятки домов. А чем отличается утепленная шведская плита от традиционных фундаментов? В ней отсутствуют сваи. Под фундаментом УШП невозможно промерзание грунта. Также дом не имеет теплопотерь вниз и в стороны за счет большого слоя пенополистирола, что существенно снижает энергозатраты дома. Кроме того, все коммуникации, канализация, отопление, электричество, водопровод уже изначально закладываются внутрь плиты, поэтому при окончании работ мы сразу имеем утепленный фундамент со всеми инженерными коммуникациями и чистовым полом под отделку плиткой или другим покрытием. А что дешевле, Вячеслав, традиционный фундамент или утепленная шведская плита? Вот если брать в сравнение традиционный фундамент, доведенный до такой же степени готовности пола и коммуникаций, то УШП будет примерно на 5 или 10% дешевле традиционного фундамента. А какие дома можно строить на утепленной шведской плите? Практически любые. Каркасные, деревянные, газосиликатные, кирпичные. А вот строительство пассивного дома, который по энергопотреблению в 10 раз меньше, чем у обычного дома, без утепленного шведского фундамента вообще невозможно. В Кирове уже несколько компаний, которые предлагают строительство на утепленной шведской плите. В чем особенность вашего предложения? Мы производитель пенополистирола, а УШП состоит из него примерно на 70%. Кроме того, компания «Стиплекс» практически единственный в стране производит монолитные Г-образные L-блоки. Благодаря этому при монтаже УШП нет склеенного угла, и наши комплекты для УШП в сезон разъезжаются по всей стране. В основном, конечно, это Москва и Нижний Новгород. Если наших слушателей заинтересовало ваше предложение, как можно получить подробности? Вся информация есть на сайте компании «Стиплекс». Мы бесплатно выполним расчеты по УШП для вашего дома и представим вам готовое предложение. При заказе полного комплекта опалубки утепленной шведской плиты действует 10% скидка на L-блоки. И с удовольствием, конечно, проконсультируем вас по нашим телефонам 51 77 70 и 51 77 71. Акция по предоставлению скидки действует до конца 2021 года. Уютный дом.